Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры Онлайн. Мы продолжаем. Ну что, у меня тут случилось небольшое событие. Я на протяжении, так сказать, больше месяца собирал необходимые очки, чтобы открыть одно очень интересное оружие, которое просто идеально-таки подходит Оптимусу. У него в данный момент, как вы видите, меч с его показателями скорости, урона и так далее. Но у нас теперь доступно другое орудие ближнего боя, а именно плазменный тесак, черт возьми, а это же вообще просто убойная тема, ведь во многих играх падение Кибертрона, воины на земле, по крайней мере классический Оптимус, у него, насколько я помню, плазменный вот такой вот тесак, здоровый, блин, обалдеть, а классная тема, и показатели у него просто вообще обалденные, инфернальные какие-то, поэтому я думаю, ребята, определенно стоит посмотреть, как он покажет себя в бою. Кстати, он так позу меняет, смотрите, тут он с мечом так стоит, а тут хопа, такой типа, я вас всех уничтожу, да? До последнего. Так, а если, допустим... Так. Ага. 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 Вот, переключаться можно. Соответственно, нус. Во. Да, блин, а выберите сак. Во. Ух ты, как машет, а. Ничего себе. Видали, как он, да, прокрутил? Прям как этот Swordmaster, стиль боя у Данте из Devil May Cry, да? Прям так повертел все дела. Блин, круто, а. Короче, давайте на ПВЕ отправляемся срочно. Мне не терпится разорвать парочку инсектиконских туш. Черт, а показатели-то убойные, слушайте, можно вообще, походу, реально прям затащить с таким этим, да? Вооружением. В ближку прямо идешь и кромсаешь всех направо и налево. Эх, красотища! Так. Ну я не могу налюбоваться, погодите, дайте-ка еще раз. Опа-на, там еще плюс 20% на ПВЕ. Дополнительное улучшение. Правда, вот смотрите, он так это выгибается, и трубы прямо сквозь плечи торчат. Что нисколько, так сказать, не мешает Оптимусу. В принципе-то оно и понятно. Блин, ну слушайте, серьезная тема, я вам скажу. Ух, какая серьезная. Черт побери. Вот так вот, давай. Я готов просто крушить, ломать. Все, блин, ну слушайте, у него еще такая поза обалденная, прям вообще. Ох, да. Побольше бы оружия бы добавили бы для каждых из ботов, чтобы для своего режима определенного, для, так сказать, своего стиля игры, как-то так. Во всяком случае, лишним бы не было. Оно тоже, смотрите, все двигается, да, такое, трансформируется. Очень здорово. Так, а кто у нас в команде? Я что-то забыл посмотреть. У нас в команде, так, Dead End, Sunstreaker, как его, Blackout и этот, господи, боже ж ты, Май. Брон, по-моему. Хотя, какой Брон? Этот же, Уилл Джек, нет? Турельки ставит, это же, по-моему, у него это, да, такой крюк ближнего боя? Я вот точно не помню, по-моему, это он. Опа! О-о-о! Ничего себе! Ех! 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 Блин, а нормально! Это, походу, будет улетная тема! Так. Черт, ничего себе размашешь ты удар! Да, это Уилл Джек. Все, я готов. Я, короче, в ближку прямо иду. Ух, сейчас разносить всех будем. Давайте, появляйтесь уже. В конце раунда один будет стоять, а другой падет. Так. Смотрите, они сразу уже крутые вылазят оттуда. Это что такое? Так. Они прямо еще на подходе дохнут. Слушайте, они прямо там дохнут.
Этот пулемет стреляет сквозь барьер. Какой смысл в этом барьере, если сквозь него стреляет пулемет? Так, надо прокачать скорость ударов. Так. Давай. Где они появятся? Ага, они и тут появятся, и там появятся. Да везде появятся. Так. Черт, черт. Ух ты, блин, а. У меня такое впечатление складывается, как будто я с одного удара их выношу. Ай! Так. Отлично. Ну слушайте, по-моему, это у меня самое лучшее оружие ближнего боя. Просто все показатели на максимум. Такое бы на PvP-арену бы. Вот это было бы вообще здорово. Так, прокачаем убойность. Так. Ну и надо, я думаю, прокачивать, если уж на то пошло, ближку. Так. Давай-давай, валим его. Так. Валим их, рубим просто с концами. Отлично! Отлично! Слушайте, игра прям у меня это... направление сменила. Была стрелялка, теперь прям какой-то экшн-слэшер. Обалденная тема с видом от третьего лица. Ух ты! А если я ульту задействую, я чем буду крутиться? Тоже этим, да, разносить всех? Так. Давай, ты прокачивай. Таксь. Ага. Где? Где? Кто? На! Ух ты, ёшкин кот! Нет, я, по-моему, с мечом. А нет, с тесаком, блин, я с тесаком, короче, кручусь. Вот это, да, слушайте, теперь, по-моему, я так полагаю, с этим орудием Оптимус становится официально самым сильным персом здесь. С таким-то оружием, специально заточенным для ПВЕ-арены. Я имею в виду самым сильным на ПВЕ, опять же. Такая пушка. И в плане ближнего боя, разумеется, пулемет потому что всем доступен, а вот в ближнем бою, мне кажется, Оптимус теперь здесь просто не иллюзорно крут. Так, надо бы... О! Давай, рубим! Так, черт, так классная тема! Бошки можно сносить только так. Такс. Здорово. Ну-с, кто, где, куда? Ага, вон они оттуда появятся, по всей видимости. Ну чё, пулеметчик, ты чё, не стреляй? О, бежит! Так. Давай. Валим их. Отлично. Всё, рубим их. Такс. Здорово! Здорово говорю, а! О, все! Массовая раздача пошла. Что-то я в этого промахиваюсь конкретно, не попадаю даже по нему. Слушайте, я его что-то... Нет, я не попадаю. Во, наконец-то. Угу. Так. Давай, вали их. Так. Вали их всех, чертовой матери, Оптимус! Вот это да, блин. И главное, его ультспособность, это вообще прямо... Вместе с этой секирой плазменной. Вообще просто адский урон наносить буду. И наношу, в принципе.
О! Разгон! Так. Давай, 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 давай. Ух ты, какой здоровый появился! Такс. Все. Ха, нормально они так вдвоем там сели. Так, этих надо убрать. Такс. Отлично. Давай, 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 разносим их все. О, жучара летит! Надо его убрать! Все. Слушайте, мы так можем приличное количество волн вытянуть. Во, нормально, когда они вот так вот стоят рядом, это вообще, короче, фатальная просто зона поражения, не оставляющая врагам никаких шансов. Давайте теперь это качнем. Давай, 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 прокачивай максимальное здоровье. Во. Нормально, блин, а. Ух ты, ма. Так. Экс. Давай, давай, давайте, 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 рубим их. Вау, вау, вау. Так. Выносим его. Так. Жук. Черт, а! Активировал, называется. Надо срочно вернуться в бой. Нельзя оставлять своих, нельзя. Так. Ни в коем случае. Так. Так, давай, блин, такая сатана творится, вообще кошмар. Кого, кого рублю там, с кем воюю? Это, наверное, своих на 20 раз положил бы, если бы по ним урон бы наносил. Так, надо этих убрать. Давай, во, нормально. Так, до конца, до конца. И никак иначе, не сдаемся. И здоровье надо прокачивать. Так. Ну-с. Угу. Одни там, другие там, третий там, четвертый там. Ну что, я этих тогда, что ли, жду? Ага. О, появились. Ох, нифига себе ты появился. Черт. Так. Тихо, тихо, тихо. Так. Давай, 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 давай. Надо, короче, под удар вот этого не попадать. Опасного. Ох ты, черт, а. Этих надо убрать, притом срочно. Концентрировать надо огонь на тех, кто вот издалека этими лучами бьет. Обалдеть, что-то они столько лучей на этих накидали. Вау, вау! Вау! Так. Чёрт, а! Блин, ну так все нормально ведь шло, а? Ну как так-то? Да. Но тем не менее. Тем не менее. Очень бодренько так получается за Оптимуса теперь-то играть. Он прямо так размахивает, и аж прямо чувствуется удар, этот жуткий урон, который наносится. Хруст металла, да, вылетающие болты и все дела. Ох, обалдеть, это ни с чем не сравнить. Ну ладно, друзья, давайте закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.